Тверскую школу номер 15 ждет масштабный капитальный ремонт. Она первая вошла в государственную программу развития образования и уже выделены средства на ее модернизацию. Работы начнутся 1 сентября. В преддверии подготовки к большому ремонту для того, чтобы все предусмотреть, создана рабочая группа, куда вошли сотрудники администрации, педагоги, родители и даже ученики. Наполнение, рекреации, дизайн и даже цвет фасада. Все это результат большого совместного обсуждения родительской общественности, учителей, школьников и специалистов управления образованием. Данный проект предусматривает выполнение работ в определенные сроки. И родительская общественность в данном контексте будет вести фотофиксацию работ, сроки выполнения работ, для того, чтобы помочь нашим подрядчикам таким образом не выбиваться из графика. Основной будет цвет песочный. Будет низ коричневый и небольшие такие неагрессивные порционный цвет оранжевый, поскольку как вот сочный апельсин, чтобы подчеркивало, что это детское учреждение. Программа капремонта школы не ограничивается только ремонтными работами. Она подразумевает и закупку оборудования, и благоустройство территории, и повышение квалификации учителей. Парламентский контроль проекта в Тверском регионе осуществляет депутат Госдумы Юлия Саранова. Сопричастность к результату, она дает совсем другое восприятие. Да? Мы уже не как такие заказчики в чистом виде будем оценивать этот результат. Мы к себе будем вопросы задавать. А здесь мы проконтролировали, а тут хорошо выбрали фасад. Начать работы в здании школы планируется с 1 сентября текущего года. До этого момента необходимо распределить учащихся по другим школам, а также согласовать дизайнерские и иные проектные решения.